ее. Управляюсь своей скотиной, даю телятам сено, которые стоят дома. Листьев уже практически не остается, уже начинает все больше и больше облетать, уже все практически мало. Вот середина октября месяца. Ребят, сегодня я хотел поговорить об одном таком интересном случае, об одном таком интересном вопросе. Мне поступил комментарий под видео, которое я недавно выпускал. Видео для Александра Онищенко, для конкурса. Поступил такой комментарий от моего зрителя, подписчика Димы Денисенко. Он написал: может ли трактор Т-25 таскать 145-й пресс? Я ему, конечно же, написал: нет, конечно, не может таскать его. Ну, в смысле, может таскать, вот как просто перевести от одного места до другого, а выполнять рабочие операции не может. Прессовать сено. Он написал мне: я видел в интернете ролик, где Т-25 прессует сено. Знаете, меня заинтересовало даже. Я ему написал: кинь ссылку, и я посмотрю. Потом задался этим вопросом сам, может ли, не может, раз он в интернете видел, забил в ютубе Т-25 таскает сено, прессует сено ПРФ прессом. Ну а что, нашел, там ходит Т-25, прессует сено, но не 145-м прессом, а 110-м прессом Бобруйского, кажется, производства или Бежецкого. Ну, неважно, не так актуально, все пресса, в принципе, идентичные друг другу. Вот так вот. Посмотрел ролик, видеоролик тот, где Т-25 таскает. Почитал комментарии. Потом пишу вот Диме, я говорю: Дима, в принципе, да, посмотрел, но даже и комментарии на в том ролике были такие вот. Люди писали, что очень тяжело трактору, но на самом деле тяжело, потому что рекомендуемый класс работы с прессом 145-м, ну и примерно и со 110-м также, это 1,4 класс работы трактора. 1,4 класс работы — это трактор МТЗ-50. Трактор МТЗ-50, и дальше пошло по нарастающей: ЮМЗ, МТЗ-80 и остальные вот эти модификации. Трактор Т-25 является тяговым классом 0,6. Трактор Т-40 является тяговым классом 0,9. Даже я допускаю, что, ну, и вы все знаете, видите, что Т-40 тоже может таскать 145-й или 110-й пресс. Более опытные люди, трактористы, работники, кто раньше работал, кто работает, даже замечали, и когда у МТЗ, к примеру, очень слабые ленты, вал отбора мощности, то трактор начинает рулон начинает пробуксовывать. Когда же набивается, когда все исправно, когда набивается правильно рулон на последних там закрутках, трактор тоже начинает идти с черным дымом. Ну, не всегда, но испытывает такие двигатели, испытывает серьезные нагрузки. Вот. Так это МТЗ. Вот. Так что я написал Диме. Я говорю: Дима, конечно же, может Т-25 после этого видео, конечно, можно таскать, в принципе, но трактор после таких нагрузок очень сильно может умереть, потому что
в Т-25-25 лошадиных сил, учитывая его тяговый класс 0,6, это очень-очень слабо, очень критично для узлов и агрегатов трактора Т-25. Мне интересно знать у вас, дорогие мои зрители, есть ли у вас такие случаи, когда Т-25 таскает 110-й пресс. Я не буду говорить про 145-й. Конечно же, Т-25 может таскать пресс, но лучше рекомендовано для него вот такие маленькие китайские пресса 0,850, кажется, они там идут, тючки по 30 килограмм. Вот, ну, небольшие вот такие вот, потому что мало того, что его надо тащить весь агрегат, который примерно весит от 1,5 тонн, вот эту прессовальную машину, там еще же надо еще и крутить вал отбора мощности, тоже значительную часть энергии трактора расходовать на вал отбора мощности. Запись идет. Так, ребята, еще раз всем привет. Уже у нас вечер. Вечером сейчас сел монтировать видео и вспомнил, что сегодня Унисибмаш подвел итоги конкурса. Итак, что был за конкурс? Завод Унисибмаш новосибирский приглашал всех покупателей своей техники провести всех покупателей техники, пресс-подборщиков, подсматриваю, граблей ГВК и ГВВ, жатки для уборки подсолнечника и кукурузы, принять участие в конкурсе, приглашал вот видеороликов. Видеоролик должен быть не менее 5 минут, это одно из условий, в кадре должна быть техника с участием Унисибмаша, обзор техники с описанием конструкции, фрагмент видео в работе, видео надо прислать им ссылку на этот ролик, и он должен быть подписан, и подведение итогов 15 числа, вот сегодня 15 число, вот так, сейчас вот я скажу. Объявились вот такие вот победители. Приняло участие 10 победителей. 10 человек, 10 роликов. Первый ролик — это Пузиков Алексей. Лучший видеообзор техники Унисибмаш. Второе место занял Стрехов Роман. Лучшая режиссура и постановка. Третье место — Осипов Николай. Лучший видеоролик. Четвертое место — Крафт Андрей, самый креативный подход. Пятое — Жумабай Ерлан, начинающий видеооператор. Шестое место — Бочкарев Алексей, за честный отзыв. Седьмое место, ребята, Онищенко Александр, это мы с Аней делали ролик, за качественный обзор техники. Восьмое место — Борисов Николай, за лучший видеоотзыв. И девятое место — Оренгольд Алексей, за позитивный отзыв. И десятое место — Юдин Вячеслав, приз зрительских симпатий. Все участники конкурса получат ценные призы и подарки. Так что, ребята, я вас всех поздравляю, участников, с данным вот подведением итогов. Все получат, наверное, какие-то призы. Вот. Ну, а мне было просто интересно поучаствовать, сделать приятное своему соседу, другу Александру Онищенко, смонтировать для него вот этот ролик. Вот так вот. Так что, конечно же, вы можете работать, прессовать. Это, я так думаю, мое мнение. Вот. Те, кто работает, но лучше не искушать судьбу. Фу, вот так вот. Хотя есть случаи. Я потом задал данный вопрос своим знакомым зрителям, подписчикам. В комментариях, в личных комментариях они: да, у нас там кто-то прессует. Вот так вот. Прессование идет, да, прессование идет сложно, но мне вот интересно узнать ваше мнение. Вот вы напишите, пожалуйста, в комментариях.
Были ли у вас случаи, когда вот маленький трактор Т-25 прессовал сено вот, вот этими ПРФами, так сказать? Ну а так, Т-25 хороший трактор, предназначен для своего, для выполнения своих работ, которые, для чего он был выполнен, для чего он был производился. Что я хочу сказать? Ну, вся работа на любой технике, на Т-25, на Т-40, на МТЗ, да, она должна быть подсильная, равносильная вот этим тяговым усилием класса. А то бывает очень часто мы, трактористы, люди, садящиеся за руль, за баранку данных агрегатов, начинаем садиться и газовать. А потом ломается что-то. А потом, ну, к примеру, мы что-то вывезли, какой-то сток сена, телегу, что-то еще. О, я там на газу дал. Трактор даже не почувствовал этого, вышел. Всему же есть предел. Как у проволочки. Вот она, проволока есть. Хоть столистая, хоть алюминиевая, хоть проволока. Сначала гнется. Потом она расшатывается, начинает сильнее гнуться. А потом в один прекрасный момент она, опа, и отламывается. Вот так вот. У всего есть предел. Конечно же, вот как он был, допустим, изобретен в прошлом веке, в 20 веке. Один трактор марка, другая, третья. Оно сейчас до нас и доходит, вот. Какие-то трактора, конечно же, уже не выпускают, какие-то выпускают рестайлинг, так называемый, прошел, усилили кое-какие запчасти, узлы, агрегаты, но в целом конструкция, как она осталась, так и есть. Вот так вот. И большие нагрузки чреваты вот опасными последствиями. Так, что у меня, Елена Степановна уже подоила, ну, я сейчас буду давать сено. Вот так вот. Жду от вас ваши комментарии. Да, вот так вот. Да, кстати, фотографии, которые вы видели в этом ролике, мне прислал мой подписчик Дима Денисенко. Это фотографии его трактора. Вот так вот. Поставьте, пожалуйста, лайк за это. Все, пока.